Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим про кэшбэк по карте МИР от Сбербанка. С 2018 года Сбербанк вступил в программу от платежной системы МИР, которая подразумевает под собой получение кэшбэка по определенным категориям. Но не стоит путать именно систему лояльности и получение бонусов «Спасибо» от Сбербанка с кэшбэком именно по картам МИР, потому что это абсолютно разные вещи. Кэшбэк по картам МИР начисляется не от самого Сбербанка, а именно от самой платежной системы. И, например, посмотреть все условия, все правила получения данного кэшбэка можно на сайте приветмир.ру. Именно там можно посмотреть список всех партнеров, именно партнеров, по которым, да, покупая покупки у которых, можно получить кэшбэк. Кэшбэк бывает разный, то есть разные проценты. Может быть 10%, 15%, 20%, 30%, в зависимости от партнера. Например, заказывая на AliExpress и расплачиваясь по карте МИР от Сбербанка, в принципе, как и по любой другой карте, самое главное, чтобы была платежная система МИР, можно получить обратно 10% кэшбэка. Также, например, Спортмастер, здесь уже можно получить 15% кэшбэка. И есть большое количество различных партнеров, которые увеличиваются с каждым месяцем все больше и больше, которые предлагают свой размер кэшбэка. Покупая у данных партнеров, вам возвращается определенная сумма. Возвращается она, конечно, на карту Сбербанка. И, конечно, это очень удобно, потому что это дополнительное преимущество. Вы, конечно же, получаете плюс от Сбербанка еще и бонусы «Спасибо», ну и, конечно же, живыми, реальными деньгами, рублями, да, получаете на ваш счет, на вашу карту Сбербанка еще и деньги от покупок у определенных магазинов-партнеров. Но еще раз повторюсь, что не путайте «Спасибо» от Сбербанка именно с кэшбэком по картам МИР. Это две разные системы, ну и, соответственно, бонусы начисляются по-разному и начисляются, например, одновременно. Можно получить и кэшбэк по карте МИР, и бонусы «Спасибо». Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!